В настоящее время в области ведутся работы по реконструкции автодороги Ахтубе-Атырау-Астрахань. На данном участке ремонту подлежат 303 километра. За работу взялись 4 подрядные компании. 2 из участков планируют сдать уже в этом году. Один до августа, второй до октября. По бюджету это инвестиционный проект. Там выделено 110 миллиардов всего на 6 участков.